Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Alcatel U5 HD перейти в тестовый режим. Для этого в первую очередь мы открываем приложение телефона, открываем на нем клавиатуру и вписываем секретный код звездочка решетка 2886 решетка. И примерно таким образом мы попадаем в данный тестовый режим. Можем выбрать Auto и провести тест всех функций по очереди. Можем выбрать Manual, то есть вручную, и проводить тест каждой функции. Выбираем каждую. Вот можем протестировать нашу батарею. Можем выбрать Battery Temperature. И видим температуру нашей батареи. Должна быть между 50, 20 и 50. Сейчас у нас температура 32. Все класс. Сенсор света. Динамик. Динамик работает. Ну и примерно таким образом можем тестировать все остальные функции телефона. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!